Регулярные заторы на выезде с Гастелло на улицу Ленина скоро уйдут в прошлое. Уже сейчас водители чувствуют разницу. На днях строители завершили работы по заливке новой бетонной дороги. По ней транспорт будет выезжать с Гастелло, Кирпичной, Петрозаводской и через Православную на федеральную трассу в районе кафе «Олеся». Сейчас объездная работает в тестовом режиме и особым спросом пока не пользуется. На выезде с нее кипит работа. По всей протяженности двухкилометровой Православной свежий асфальт есть только на некоторых участках. Дорожные работы начались в начале ноября. Задействовано 7 единиц техники, которая работает непрерывно. На сегодняшний день идет устройство нижнего слоя дорожного покрытия, ямочный ремонт, который выполнен практически в 100% объеме. В ближайшую неделю мы планируем устройство верхнего слоя дорожного покрытия по всей протяженности дороги. Комфортно добираться с улицы Гастелло в район санатория «Известия» водители смогут к концу года. За счет новой дороги будет решена проблема пробок в районе Адлерского железнодорожного вокзала. Кстати, параллельно дорожная одежда обновляется и на ряде других улиц. Был заключен контракт на сумму 210 миллионов с ГУКК «Дагомысская ДРЦУ» на ремонт 32 улиц города Сочи. 10 улиц находятся в Адлерском районе. Сейчас выполняются работы по этому контракту. Они все будут закончены к 15 декабря. Сейчас мы работаем в Адлерском районе на улице Православной, также улица Энергетиков. Закончили улицу Череповецкую. Кроме того, из городского бюджета выделено 26 миллионов рублей на ямочный ремонт. Он пройдет на улицах Мостовая, Дарвина и Авиационная. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.